Здравствуйте, мы находимся в Санкт-Петербурге, где сегодня завершился первый чемпионат мира по смешанным единоборствам. Рядом со мной олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Евгений, добрый вечер. Да, всем привет, добрый вечер. Вот вы не в первый раз становитесь гостем турниров М1 Challenge. Расскажите, как вы начали следить за смешанными единоборствами, как давно это было? Ну, на самом деле, я не в гостях, а у себя дома. Вот, я живу в Петербурге, поэтому свободное время от тренировок я с удовольствием прихожу на бои без правил. А вообще стал наблюдать, естественно, за великим бойцом, потрясающим человеком. Это за Федей Емельяненко. Вот, он меня всегда вдохновлял и на свои какие-то тренировки, на свои победы. Вот, я смотрел на него и равнялся на этого прекрасного бойца, на прекрасного спортсмена. Расскажите, как вам сегодняшний турнир, как впечатление от него? Нет, ну все здорово, посмотрите, полные стадионы, то есть пользуются популярностью этот вид спорта. Я сюда пришел поболеть за Андрея Семенова, за моего друга. Потрясающий бой провел сейчас Вячеслав Василевский, потрясающий просто, был заряжен, молодец, Колпина вперед, Питер вперед, поэтому поздравляю с победой, с потрясающим нокаутом, здорово. Евгений, вот еще такой вопрос. Многие спортсмены, ну, помимо их основных видов спорта, в которых они выступают, иногда тренируются именно вот по ММА или там в борьбе, или джиу-джитсу. Расскажите, не было ли желания тоже попробовать себя в этом виде спорта? Да нет, на самом деле я занимаюсь кикбоксингом и боксом, и борьбой, но я занимаюсь это для себя, для своего спорта, чтобы... Ну, быть выносливее, наверное, чтобы работали другие группы мышц. Это мне на самом деле помогает, неспроста я так долго еще соревнуюсь и нахожусь в любительском спорте. У нас называется фигурным катанием, когда ты выступаешь на чемпионатах мира и на чемпионатах Европы, любительский спорт. Вот. А профессиональный спорт – это когда ты уже закончил и не выступаешь на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Поэтому вот на самом деле все эти единоборства я включил в разминку даже перед своим льдом. В разминке прежде там покидаю ноги, поборюсь, и потом начинаю уже прыгать свои тройные там прыжки на полу. Мне это очень сильно помогает. Евгений, спасибо большое за интервью. Было очень приятно вас видеть здесь. Может быть, несколько слов болельщикам смешанных единоборств. Ваши пожелания спортсменам? Да, спасибо большое. Всегда приятно смотреть на бойцов. Ну что, пожелать, наверное, здоровья, наверное, такой заряженности на победу. Если что-то не получалось, никогда не отчаиваться, никогда не вешать руки, идти вперед, идти, ставить перед собой мечту, ставить цель и всегда добиваться своей цели.